вчера мне приснился сон. Я заводил машину. Мы с Андрюхой, короче, работали в 93-й год. Вот. И была лютая зима, было минус 40, блядь. И мы заводили с ним ЗИЛ, блядь, грузовую машину, нам надо было ехать на этот, на точку, блядь, на точку. Мы загрузили там эти овощи, фрукты, там, макароны, там, хуй знает. Без проблем, спасибо, что поставил песню, ты душевно и поднимаешь настроение. Просто про сон хочу рассказать, это самое вчера. Ну вот, приснился сон, и мы во сне как бы отморозили руки, потому что мы заводили машину, блядь. А я потом сел за этот руль, блядь, у меня, сука, руки вообще ничего не чувствуют за этим, за рулем, блядь. Это ЗИЛ, блядь, я не знаю, или, блядь, хуй знает, не ЗИЛ, блядь, я не знаю, как это ЗИЛ, блядь. Ну вот, ну мы его завели, мы там огонь, там разожгли огонь, там, короче, там подогревали двигатели, там все потом завели, как-то кое-как, блядь, завели, поехали, блядь, загрузили фрукты, блядь, эти овощи. Вот, и мне такой сон приснился, что мы приехали, а Андрюха мне, знаете, что говорит? Андрюха, блядь, дайте я Андрюхе позвоню, блядь, я сейчас позвоню Андрюхе, блядь, я ему сейчас позвоню, блядь, я соскучился тоже, пиздец, мне без общения хуёв, сейчас я на меру. Угу. Да, сейчас я ему позвоню, Андрюхе. А вчера мне приснился, блядь, пиздец, блядь. Вчера приснился, блядь. Сейчас наберем. Андрюх. Алло. Здорово, чё, как дела? Да, Сергей. Угу. Да, спокойно. Ты где, в Москве или чё? На даче? У тебя чё? А? А? На даче или чё? Где? Не, в Москве пока. А. В Москве. Ага, понял, ясно. Ты чё, приехал? Нет, я пока здесь, я в этой самой, блядь, в Черногории пока. Но я 22 числа в Казань поеду. Алло. Я говорю, 22 числа в Казань поеду. Да. Ну, ко мне потом подъедешь, там, я не знаю, сколько я в Москве буду. Может, 2-3 дня буду, потом уеду опять. Это самое. Да. Да ты мне вчера просто приснился, я поэтому тебе позвонил, блин. Помнишь, мы это, блядь, как его зовут-то, блядь, как его этот, Морозкин, не Морозкин, как его, блядь, не помню это, фамилию его, блядь, с этими помидорами, там, с огурцами, блядь, с этой курицей, блядь, сон приснился. Мы с тобой этот ЗИЛ заводили, блядь, там этот, короче, руки отморозили все нахуй, блядь, ну, поехали, блядь, потихоньку. Да. Ну, ладно. Ну, у тебя нормально все? Алло, алло. Блядь, связь пиздец, нахуй. Блядь, карточку купил, говно, блядь, какую-то. Я надо поменять будет. Нахуй, поменяемся. Ладно. Ладно, а с Андрюхой нормально все? Нормально все. Потом перезвоним. Потом перезвоним. Да, пацаны, да. А, так и что в конце? Я говорю, отморозили руки, блядь. Я сел за руль этого ЗИЛа, блядь. Мы его завели. В кабине холодно, блядь. Мы едем, там везем эти, блядь, эти помидоры какие-то там, блядь, отмороженные, блядь. Ну вот я и хотел с Андрюхой-то эту тему-то обсудить. Ну, вот. Крестный моих детей. Да, я его знаю, блядь, лет 35, наверное, блядь. Ну, сколько вот мне было, лет 15 мне было, вот мы познакомились, ну, там, да, лет 35, а то и более, блядь, я не знаю, сколько я его знаю, да хуя я его знаю. Да. Лежим перед ним, блядь, что делать, нехуй все.